Всем привет! Это пятый элемент. По-настоящему очень интересное сочетание цена-качество для игрового девайса от Intel Core i5 и RTX 4050 MSI Kyborg 15. Кстати, еще больше интересных подборок смотрите в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании. Поехали! Корпус выполнен полностью из пластика. Единственный алюминиевый элемент — это крышка матрицы. Но сильно на жесткость она никак не влияет. Что характерно для этого киборга, так это вставки из вот таких красивых прозрачных пластиковых панелей. Особого внимания заслуживает тыльная часть с воздухозабором. Мало того, что она очень стильная, так еще должна быть и практичной. И действительно, воздух залетает сюда на ура, но поскольку кулер всего-то один, тротлинг будет. Об этом попозже. В принципе, по параметрам он стандартный, такой же, как и у конкурентов. Но есть одна особенность. Это всего 1,98 кг живого веса. Добавляем еще сюда зарядник на 120 Вт и 120 граммов. И получаем чуть больше 2 кг для переноски. При этом, при всем, толщина корпуса всего 22,9 мм. Ну, классный же получается показатель. Однако для игрового ноутбука это не самое важное. По разъемам все в порядке. Левая сторона — джек 3,5 мм микрофон-наушники, USB 3.2.1 и замок. По правой стороне — Ethernet, HDMI, Type-C и USB 3.2. Тыльная сторона абсолютно свободна для подключения, поэтому можно будет поставить плотнее к стеночке. Суммарно получится подключить до двух внешних дисплеев, есть гигабитный Ethernet, а вот картридер отсутствует. И что до картридера и просто считывателя любых возможных карт памяти, к сожалению, с 23 года как-то в ноутбуках игровых становится все реже и реже эта опция. Почему так? Ну, как есть. Итак, переходим к матрице. Она здесь максимально практичная в плане игрового процесса. Да, яркость у нее не самая большая, но углы обзора достойные. Искажения по цвету есть, как у всех стандартных IPS матриц, но это исключительно в вертикальном аспекте, а по горизонтали вообще все окей. Диагональ 15,6, разрешение Full HD, частота обновления 144 Гц. Тип IPS с соотношением сторон 16 на 9. Матрица как бы парит в воздухе, не сказать, что рамки здесь самые узкие, однако для игрового девайса все вполне себе окей. Главное, что открывается на 180 градусов. Годное решение по расположению матрицы, горячий воздух не попадает ни на нижнюю грань, ни куда-либо вообще, он проходит мимо самой матрицы, и это обеспечивает ее долгую жизнь. Класс. Так все-таки, что там с яркостью и цвет передачи? 45% по NTSC. Согласитесь, не самый топовый показатель. Хотя реально в игровом процессе он не сильно ощущается. Но в таких темных сценах приходится выкручивать на максы. Короче говоря, на автономности это сказывается ого-го как. Поэтому 1,5 часа максимум на полной яркости проживет этот девайс. Ну, если уже 2-3 часа хотите, то приглушайте свет в помещении, ну или где-нибудь под деревом прячьтесь в дождливую погоду, чтобы явно лучи солнца не попадали на экран. В плане яркости он слабоват, во всем остальном все очень даже хорошо. Ситуация по засветам прямо сейчас на экране у вас. Можно ли сказать, что эта матрица заменит внешний монитор? В какой-то степени да. В принципе, в шутерах будет вести себя хорошо. Время отклика здесь никто не замерял и замерять не будет, но по нашим наблюдениям до 3 миллисекунд плюс 144 Гц вполне себе обеспечит вам комфортный игровой процесс. И теперь переходим ко второму важному параметру — это клавиатура. Клавиатура полноценная, но она со своими особенностями у MSI. И если вы к ним привыкнете, это будет как перейти с Windows на что? Правильно, на Mac. Уже привык один раз — и хорошо. Что же здесь такого? Давайте смотреть. Клавиатура классная, с полноценным цифровым блоком. Если уже один раз вы ей попользовались и привыкли к ее особенностям, то к другой клавиатуре будет очень сложно адаптироваться. Тоже касается и тачпеда, а он здесь вообще интересный получился. Клавиатура с плоскими и гладкими клавишами, отклик четкий, явный и не самый глубокий. При наборе текста клавиатура продавливается, но это никак не влияет на комфорт использования. Цвет подсветки не меняется, однако есть три уровня яркости и горячая клавиша. Присутствует полноценный нампэд и три клавиши полноразмерные. Ну как полноразмерные? Они как бы есть, но к ним тоже нужно будет привыкнуть. Честно говоря, первые моменты использования как-то даже слегка промахиваешься. Чего не хватает по клавиатуре, так это клавиши Function слева. Она находится только в правой стороне. С точки зрения гейминга, да, удобно, но с точки зрения повседневного использования как-то приходится немножко изощряться. Либо один раз привыкнуть и забыть. Зато есть ключевые фишки именно MSI. Во-первых, вы полностью управляете всеми органами, которые здесь есть прямо с клавиатуры. От запуска фирменного приложения до отключения камеры, микрофона. И можно включить здесь режим работы вентиляторов на полную мощь. То есть
в любой момент охладить. Ну вот, воспроизведение, включение, отключение, экран тоже присутствует. И фирменная фишка — это прицел. В любой момент он у вас на экране. Ну классно, да? Тачпэд 12 на 7,5 сантиметра. Тоже гладенький, удобненький. И вот какую штуку мы заметили. Это баг или все-таки фишка конкретно киборга? При касании мы вроде как обнаруживали здесь двухуровневое нажатие. То есть если прикоснуться к нему, то он слегка продавливается и правая сторона работает как левая. Напишите, все-таки это баг или фишка MSI, если кто-то в этом уже пытался разобраться. А так реально удобно. Камера на 0,9 мегапикселя, разрешение 1280 на 720, два микрофона, никаких особо здесь фичей к ней нет, стандартная обыкновенная камера, как и нету физической шторки. Тест камеры Киборг 15, 0,9 мегапикселя, никакого искусственного интеллекта, всего лишь два микрофона и как есть. Для стриминга или общения в мессенджерах пойдет вполне себе. Физической шторки тоже нет, только программное отключение микрофона и, соответственно, камеры. 3, 2, 1. Еще чуть-чуть теории и переходим сразу же к практическим тестам. Потерпите. Итак, под капотом Intel Core i5 и RTX 4050. Процессор 12450H, Alder Lake H на 8 ядер 12 потоков, изготовлен по 7-нанометровому техпроцессу. Максимальная частота 4400, то есть ничего особенного здесь нет. И он все-таки считается в какой-то степени офисным, потому что по TDP у него максимум 45 Вт. Для чего это сделано? Чтобы один кулер вывозил все эти нагревы. Плюс, сами понимаете, максимальная нагрузка на него в плане температуры — это 100 градусов. Для фанатов AMD в транскрипции Ryzen это третье поколение 3300X. Прос поддерживает память DDR5-4800, DDR4-3200, LDDR5-200, 4267 LDDR4X. В связке GeForce RTX 4050 на LDDR6 SDRAM получаем грамотный и взаимовыгодный тандем с точки зрения эффективности и производительности. Что же там по тестам получается? Geekbench 2232 балла на одно ядро и 9460 в мультитесте. Видеокарту Geekbench оценил в 73 390 баллов. Реально актуальные показатели даже на сегодняшний день, при том, что железо уже не считается самым топовым. Ну а Blender дал киборгу 129 баллов. И не зря, потому что в Cyberpunk и RDR 2 получили следующие результаты. В Red Dead Redemption 58 кадров в секунду, и это на настройках предмаксимальных. Ну а в Киберпанке на почти ультра настройках, то есть мы брали не перегрузку лучей, вы видите все основные параметры, мы получили 54 балла среднее значение без сильных фризов, без каких-то лагов, и ничего нас никуда не выбрасывало. Что для MSI, скажем честно, редкость, потому что приходят они к нам без ПО, как скорее всего и к вам, и подобрать сюда весь необходимый набор драйверов бывает проблематично. И несмотря на то, что идет уже виртуальный диск с предустановленными драйверами и программами, которые здорово выручают в плане обновления и подбора всех необходимых драйверов, все равно часто встречаются вопросы при запуске игр. В данном случае у нас пошло все как по маслу. Так, по оперативной памяти у нас 16 гигабайт DDR5, и сюда можно будет поставить до 32 гигов, благо процессор вытянет это. SSD-шник на 0,5 терабайта от Samsung. Скорость чтения почти 4,8 гига, записи почти 3,5. Все получилось очень даже классно. Ну и чтобы зафиналиться, реально процесс, который нас удивил, это монтаж нашего любимого 60-секундного видоса на 80 мегабит в секунду. Внимание, мы смогли срендерить за 28 секунд. Какой делаем вывод? Если работаете с монтажом, с цветопередачей, цветокоррекцией, то подключаем внешний монитор и железо все вытянет. Конечно, в условиях мобильности можно будет поработать и на этой матрице, но результат будет, увы, не тот. А так все в принципе подходит. Так что помимо игрового звания, можем добавить еще сюда полноценно офисное. Батарея. Это 3 ячейки и 53,5 ватта. Что это нам дает? До 3 часов автономности. А все почему? Потому что процессор как бы задушен, 45 ватт выдает, а видеокарта может до 150 ватт потреблять, но в режиме реального времени при неперегруженных задачах 45 ватт. То есть всего в среднем энергопотребление до 90 ватт выходит. За сколько мы умудрились его разрядить? Вот реальная статистика. 30 минут пакета установочного игр. И в активном режиме работы при яркости экрана 70% мы потеряли 30% нашего заряда. В итоге по автономности получаем те самые 2-2,5 часа. Какой вывод делаем?
это игровая станция, но не мобильное игровое устройство. То есть подключились, зарядник рядом есть, он на 120 Вт, и в принципе получаем все необходимые показатели по игровому процессу. В зависимости от типа использования полностью зарядить ноутбук получится где-то за час-полтора. В принципе, нормальные средние показатели. А что там по тротлингу? Что с нагревом? Тротлинг на 11% это предсказуемо, потому что один кулер и 4 трубки. Но тем не менее, на игровом процессе это сильно никак не отображается. А вот нагревается ли клавиатура, вы не поверите. Да, она теплая, но она не вскипает. А все почему? Потому что весь нагрев уходит в верхнюю часть, именно поэтому приподняли повыше матрицу. Ну, это так, наше предположение. По итогу все пользовательские узлы и все, что может испортиться от высоких температур, этому никак не подвержено. Так что, инженеры MSI, вы красавчики. Ну и MSI, как всегда, красавцы, система HRS Audio, плюс еще подкрутить через фирменную приложуху от MSI Center, и получаем качественный звук. Вот это все было на стоке и на максималках, то есть реально слышен бас, слышно что-то среднее, так что посмотреть фильм, игровой процесс, даже есть легкое присутствие некоторого объема, несмотря на то, что динамика всего 2, и не по 2 ватта, и направлены вниз. Но опять-таки, за счет вот такой вот формы, так сказать, кузова этого устройства, получаем качественный звук. Так что здесь 10 из 10 баллов. Ну и по приложениям. Это MSI Center и куча от него сторонних приложений. Самое главное, что есть Gaming Mode. Вот вы его поставили, ноутбук подобрал оптимальные параметры под игровой процесс, и вы вообще не паритесь по поводу того, когда включить лишний раз кулер, переключаться ли между режимами, что там по автономности. Все сделается за вас, причем максимально оптимально, как для работы всех внутренних агрегатов и узлов, так и для вашего пользовательского процесса. Итог какой? Легкий, тонкий, шустрый, греется в меру. Поэтому честная четверка по 5-бальной шкале. Минусы. Износостойкий, но реально очень марки корпус. Впрочем, для кого-то это и не минус, а для тех, кто занят игровым процессом, я думаю, это вообще не стоит обращать внимания. На Intel Core i5 действительно потихоньку начинает железо устаревать. Хотя пока еще ближайший год-два будет актуально. Если хотите что-то посвежее, берите на Intel Core i7. Однако в данной комплектации, повторюсь, это идеальное сочетание цена-качество. И последний жирный минус — это охлаждение с тротлингом на 11%. Да, реально вы этого сильно не ощутите, но все-таки хотелось бы чего-то получше. Хотя бы еще пару трубочек подкинуть, а лучше еще один кулер. А, ну тогда же ноутбук будет тяжелее. Хотя, какая разница, сколько он весит, он же игровой, правда? Плюсы. Тянет актуальные игры на настройках выше среднего. Очень грамотное фирменное ПО, фирменные плюшки от MSI и огромное количество горячих клавиш, которые ну прям вообще максимально помогут вам в игровом процессе, да и просто, так скажем, работы вслепую. Качественная сборка, продуманная эргономика, интересный дизайн и неплохая матрица для работы в повседневе, причем не только в гейминге, но может быть даже в каких-то легких офисных задачах. Суммируя вышесказанное, скажем, что 15-й Гиборг в ближайший год-два будет конкурентоспособен, поэтому актуальные цены наличия смотрите на сайте 5element.by, пишите в комментариях, ставьте лайки, все что угодно, и, конечно же, чтобы мы знали, на что еще снять обзор в ближайшее время. До скорого!